Ребята, всем огромнейший привет! Ну что, у нас сегодня третий день нашего пути. Пути к дивизиону легенд в режиме тренера. Ну и давайте посмотрим, какая у нас сейчас ситуация. Ну что, после вчерашней победы 2-0... Затем было поражение 1-2, 2 ничьи 1-1 и 2 очень непростые победы 1-0. Здесь, видите, как единственный удар в матче принес нам победу, было сложно. Ну а в этой игре под самый занавес игры удалось забить единственный гол. Таким образом, получилась вот такая у нас ситуация. Набрано 14 очков из 18, которые нужно набрать, чтобы попасть в дивизион легенд. То есть нам в трех играх надо набрать 4 очка. Ну, вполне себе выполнимая задача. Так что давайте начинать смотреть. Состав вы уже видели, какой у нас в этом матче подготовлен. Давайте ждем первого соперника. Ну что, вот такой соперник уже из дивизиона легенды. Видно, что с хорошей прокачкой своих игроков. Да, смотрите, 20 уровень Роналдо, Мбаппе, Пеле. Ну, посмотрим. У нас тоже есть хорошие футболисты. Поехали. Важнейший матч. Наиважнейший, потому что... Ну, надо минимум начинать с ничьи, а лучше, конечно, победить. Ну что, смотрим. Смотрим, Мбаппе здесь крутит, вертит на левом фланге. На левом фланге снова получает мяч. И сейчас, наверное, будет навес. Навес. Нойер должен забирать. Нет. Решил кулаком выбить за лицевую линию. Это не очень хорошо, потому что угловой... Угловой всегда опасно. Да. Ван Дейк открывает счет. Вот так вот первая же, можно сказать, атака. И 0-1. Ну ничего. Надеюсь, тем интереснее будет смотреть. И проверим, сможет ли наша команда. Ну куда, куда? Недвид очень неточный пас. Так, здесь Райкард первый на мяче. Куман, Родри. Дюмфрис на Беркампа. Снова получает. Так, защитник Дюмфрис пошел в атаку. Пас Пеле. Пеле издали. Вот это голешник. Супер. Красавчик. Да, смотрите, как было. Дюмфрис пошел в атаку. Отдал пас Пеле. И тот подработал. И очень, по-моему, из-за пределов штрафной. Там, наверное, метров 25 до ворот. Ну что, прекрасно. 1-1, быстро отыгрались. Возможно, будет, кстати, веселый футбол, если так резво команды начали. Но счет может быть там и какой-нибудь в районе 4-3, 3-2. Ну, посмотрим. Нет-нет-нет, точнее, пасы, ребятки. Так, Дэвис мяч дотянулся, но тут дальше неточный пас от Недведа. 30 минут позади. Так, ну и что у нас? Вторая атака. Ох, здорово, здорово, Райкард. Перехватывает мяч. Так, Беркамп ждет Дюмфриса. Так, ну Дюмфрис там закрыт. Все равно получает мяч. Красавчик, отдал обратно. Так, Беркамп на Пеле. Ну и давай отсюда снова. Опа, пас на Холланда. Не дотянулся. Так, Родри, борись, борись, борись. Так. Возвращается потихонечку наши игроки в оборону. Ну... Быстро пропустили, быстро отыгрались. Пока первый тайм на 4 с минусом. Давайте смотреть второй тайм. Ну, по-моему, Недвид пока не очень. Попробуем Женала выпустить. Так, Беркамп. Пеле снова! Ух! Что он сегодня творит?
Но в этот раз не попал в створ ворот. Еще, по-моему, дальше было расстояние до ворот. Но прекрасно. Так, теперь надо внимательно в обороне. Ошиблись игроки. Кальяри. Неточный пас. Мы свою атаку начинаем. Так, Беркамп. Ай-яй-яй-яй, Дюмфрис дотянулся. Но дал неточный пас. Потеряли мяч. Так, Гулит у соперника пошел вперед. Роналдо. Месси. Так, что придумает Месси, смотрим. Обыграл Дэвиса, подал. Но здесь Гулит выше всех. Хотя нет, это был Райкард. Райкард. Так, ну что, Пеле. Пеле на Дэвиса. Альфонсо сам пойдет. Давай по флангу вперед. Так, отдал в центр Пеле. Давай отсюда опять заряжай. Нет, отдал пас Беркампу. Беркамп угловой заработал. Так, 15 минут. Нужен гол. Что это было? Ну что это такое? Ну, угловой — это всегда такой шанс. И просто подарить мяч сопернику — это отвратительно. Так, Пеле. Пас Женала. Так, Женала идет. Пас снова. Ух ты, Пеле бил, да? И кто это был? Так, ну что, сейчас соперник, я думаю, попытается концовочку реализовать свой момент. Пуйоль. Не смог он Женала обыграть. Да, ну что, ничья. Ничья, одно очко взяли из четырех нужных. Ну, матч, кстати, начали хоть и плохо, потом вроде больше не давали шансов сопернику никаких. Да, так один удар у них и остался, единственный. Это хорошо. Но жалко, вот из-за ошибок в нападении могли, я думаю, второй гол забивать. Так, ну что поменять на следующую игру? Давайте что-нибудь поменяем. Предлагаю Лама вместо Родри выпустить. Он, Лам, по-моему, более заточен на игру вперед. Ну что, второй матч смотрим, посмотрим. Во-первых, очень важно, чтобы соперник достался, конечно, попроще. Так, ну, у предыдущего соперника были повыше статистические показатели. Так что... И, кстати, дивизион. То был на дивизион выше соперник, теперь на дивизион ниже. Ну, шанс есть в этом матче решить задачу. Так, все примерно 10 уровня прокачки, тренировки. Думаю, должно все быть хорошо. Смотрим. Иногда игра совершенно выдает непонятные, точнее, непредсказуемые итоги матча. Так что смотрим. Вот опять первая атака. Так, Райкер через себя выносит подальше. Так, Сабаслай. Ух ты, это очень было опасно. Сабаслай, кстати, играл в моей команде и действительно очень может дальние удары хорошо носить. Холланд, давай, Эрлинг, убегай, пробить. Да что ж ты, попади в створ, шикарнейший момент. Но надо было еще один-два шага сделать, тогда бы точно в створ попал. Слишком рано пробил, далековато было. Так, Дюмфрис, Берком, Пеле, Холланд. Ну, пробить! Есть! 1-0, 17-я минута. Так, начало хорошее. В принципе, уже два момента было голевых. Так, смотрим дальше. Пока все хорошо. Так, Роберто Баджо с мячом. И Баджо — это сила. Здорово развернулся. Пас неточный.
Так, Дэвис, Недвид, снова Дэвис, Пеле, Недвид. И бежать, бежать, Павел. Отличный пас на Холланда, Эрлинг. 2-0. 2-0, 29-я минута. Очень хорошо. Три удара, два гола. Прекрасно, прекрасно. Пока не будем сильно хвалить команду, но начало шикарное. Завтра у нас новое стартует событие «Герои». И советую вам оставить... Да, Кьюэлл забивает ответный мяч. Советую вам оставить 1500 очков в событие Тоти, будут они пригодятся в новом событии, так что не тратьте, оставляйте, можно и будет обменять на очки нового события. Так, ну пока мы здесь рассуждали о новом событии, забили нам легко гол, и вот начинаются у нас ошибки, не очень хорошо. Возможно, кстати, соперник перешел на более атакующую тактику. Как-то тоже надо уметь на это реагировать. Может быть, ставить какую-то тактику контратаки. Конечно, трудно это все угадать. Надо пробовать, но пробовать в решающем матче, конечно, немного боязно. Поэтому пока продолжаем так. Так, что можно обновить? Кто был не очень? Но опять... Давайте Вильямса попробуем вместо Беркампа. Не было заметно его в первом тайме. Так, снова неточный пас. Ребята, меньше ошибок. Сейчас какая-нибудь шальная атака и будет не очень хорошо. Пеле совсем уже что-то издали хотел сделать. Да, что-то разладилась игра после двух забитых мячей. Вообще после этого ничего у команды не получается. Так, гулит... Холланд, Недвед, снова Холланд. Пас на Пеле. Ну, финт сделай, убери и пробей. Ну, что прям в защитника-то бить? Так, Недвед. Хорошо, Павел Недвед. 3-1. Снова в два мяча преимущество. И времени у соперника 35 минут. Ну что? Дивизион Легенда уже открывает наполовину свою дверь. Потому что в случае победы в этом матче впервые мне удастся в этот дивизион забраться. И 20 минут до вступления в этот долгожданный дивизион. Но сейчас внимательно в обороне. Баджо сейчас может... Нет, Гуллит там прервал опасную атаку соперника. Выбили подальше. Так, новая атака команды ПСЖ. Баджо, Фримпонг. Давайте, давайте, не торопясь, идите вперед. Так, Дембеле. Навес. И здесь Дюмфрис первый на мяче. Холланд. И подержите, подержите. Вильямс подержит, подержит. Хорошо. Да, здорово, вот фланговый правый защитник Дюмфрис, он в атаку бегает с огромным удовольствием. Очень полезный футболист. Так, навес, Лам. Все, 90 минут сыграно. Поздравляю всех, кому это было интересно. То есть мы буквально, да, прям... Получается, да, все дивизионы как начали... С первого дня прошли с первого раза. Но в этом матче, да, 6-2 по ударам. Было, конечно, преимущество по опасным моментам. Ну что, спасибо, что наблюдали этот путь к дивизиону легенд. Отлично, вот эта красивая картинка. Ну что? Давайте ставить новую цель. Стать чемпионом. Ух ты, здесь, да, здесь просто чемпион.
Никаких там дивизионов чемпион 3, чемпион 2. Ох, будет нелегко пройти эти, получается, 3 дивизиона. Но будем пробовать. Состав, думаю... Хотя, кстати, давайте посмотрим, с какими составами команды в дивизионе, точнее, в режиме тренера, вот в топах. Кстати, у кого-то вот 102-й состав. Тут просто, ну тут просто, да, здесь просто, просто все прокачано. Фантастический состав. Ну вот не знаю, вот здесь на первом месте 94-й, но я что-то... О, человек вообще не играет в равную игру. Да, вот смотрите, неужели можно играть таким составом, просто его прокачав и создав, видимо, какую-то крутую тактику. Здесь все 25-й, 20-й уровень тренировки. И вот эта команда на первом месте. Может быть, я зря тратил 140 миллионов на 4, на 5 игроков 99 плюс рейтинга в атаке. Посмотрите, здесь вообще стоимость команды, ну, бесплатный Роберто Карлос. А, но здесь он еще схитрил, он поставил не на свои места. Вот смотрите, Камавинга стоит, опорный полузащитник, левого защитника Роберто Карлос не на своем месте. Да, это бесплатный Роберто Карлос, непродаваемый. Да, наверное, если их расставить по своим местам, то здесь будет чуть повыше рейтинг, какой-нибудь 96-й, но все равно. Неужели можно играть просто прокачанными игроками? У меня, кстати, есть прокачанные игроки. Здесь тоже рейтинг всего лишь 94-й. Да, прокачка игроков тоже выше 20-ки. Надо испытать. Есть у меня игроки... прокачаны 20-ки, но с низким ОВРом, ну, 94-е. Может быть, действительно это работает? Давайте будем смотреть. Ну, наверное, на сегодня хватит или посмотрите. Ну, давайте так, кому интересно, давайте посмотрим один матч уже в дивизионе Легенда. Я знаю, что многим не нравятся такие длинные видео, но я думаю, также есть люди, которым нравятся. Как раз давайте, может быть, и испытаем, работает ли не уровень игрока, а его прокачка. Так. Так, так, так. Ну, ладно. Думаю, таких изменений достаточно. Тут еще Вильямса поставим. Да, вот и ни одного игрока в составе выше 94-го нет. Вот и посмотрим, какой получится результат с таким составом. Ну что, поехали, смотрим матч в дивизионе Легенда. Первый наш матч в этом долгожданном дивизионе. И... Да, вот. Ну, кстати, соперника дали... равного абсолютно по силе. Так что я думаю, есть шанс в этом матче победить. Ну, смотрим. Во-первых, интересно, насколько прокачаны игроки. Так, здесь у нас... Ну, некоторые вообще без тренировки, так. Ну, не знаю. Здесь тоже должно все быть хорошо. Совершенно нетренированные игроки с нулевым уровнем тренировки. Там в центре поля я видел. Так что надо обыгрывать. Но смотрим. Опять же, может сложиться по-разному. Так, первая атака соперника. Дэвис что, нарушил правила? Нарушил правила. Так, ну это совершенно не опасный удар. Так, Нойер не торопится. Так, здесь Фюллер не смог за мяч зацепиться. И
трусцой побежал просто. Удивительно. Просто игрок не участвовал никак в отборе мяча после того, как его потерял. Так, ну что, соперник пошел в атаку. Лэмпард получил пас от Венисиуса. Крутит, вертит на левом фланге. Венисиус не смог обыграть Кумана. Так, Фёллер, Вильямс, Пеле. Так, ну что. Так, Фёллер здесь пофинтил, отдал Женала. Женала опять туда вперед на Фёллера. И не дошел мяч до Вильямса. Я думаю, тот сходу мог бы здорово пробить. Так, здесь что-то защитников маловато вернулось в защиту. В оборону у нас... Ой-ой-ой, сейчас забьют нам гол, да. Пеле забивает. Здорово здесь они сыграли. Ну, вот так вот. Прокачанный игрок, он единственный 20 уровня Пеле. Кто-то хороший очень пас выдал Венисиус, что ли. Просто перекинули вратаря. И защитника сначала. Ну что, пропустили гол. Вообще с таким соперником, наверное, надо играть в атаку. Команда по рейтингу не сильная. И я думаю, надо посмелее, посмелее. Так, Лам. Длинный пас на Фёллера. Руди пробить. Хорош. Прекрасно сыграли. Дальний пас Фёллер обработал и левой ногой в ближнюю девятку. Шикарный гол. Бам! Просто супер. Ну что, вот так моментально сравняли. Отлично. Отлично. Так. Так, так, так. Что? Замену сделаем. Пусть Берком справа побегает. Вильямс мне в первом тайме не очень понравился. Поехали. Так, второй тайм. Начинаем с центра поля. Пеле, Лам. Ну, Лам шикарный, кстати. Передача раздает через все поле. Так что очень полезный игрок. Так, Фёллер, давай отсюда. Нет, пас на Пеле. Пеле обработал и красиво. 2-1. А вот теперь надо думать. Оставляем атаку. Продолжаем. Ну, в принципе... Наверное, можно и оставить. Хотя можно, конечно, сбавить обороты, снова перейти на свою тактику. Но, видите, как сразу в режиме атаки быстрые два гола забили. И опять же, учитывая, что у соперника игроки послабже, наверное, можно оставить пока так. В атакующем стиле поиграть. Может быть, даже сейчас забить еще один гол, чтобы совершенно успокоить их. Ну, смотрим. Придумают что-нибудь сейчас ребята. Так, Женала. Ну, поточнее, пас нужен. Нет, здесь не справились они с быстрой атакой слева. Пропустили сейчас контратаку. Сейчас будет опасно. Сейчас будет опасно. Подача. Ну, здорово, защита наша сыграла. Так, Нойер вперед. До Фёллера мяч не дошел. Так, ну и, наверное... Что, если выпустить быстрого Холланда сейчас? Против уставшей защиты соперника. Так, Райкард отобрал. Спокойно. Пас на Беркампа. Ну, попасуйтесь, ребята. Нам сейчас торопиться, в принципе, некуда. Так, Фёллер назад. Женала. Лам. Отлично. Вот так держите мяч до конца игры, и все будет супер. Так, Фёллер, Женала. Сейчас наверняка будет подавать. Ну, отлично, ударил в защитника, аут. И сейчас еще, может быть, успеют навесить на Холланда. Так, Лам развернулся, что будет делать? Отдает Холланду, и Холланд свеженький, бам! Вот так вот. Минуту назад Холланд вышел на поле и забил гол. 3-1, ну что, прекрасное начало пути. Теперь уже
к чемпиону ФК Мобайл. Давайте теперь ставить такую цель и задачу. Первый матч получился шикарным. Шикарным. Поменяли тактику, поменяли игроков и забили три мяча после пропущенного. Ну что, всем спасибо за внимание. Поздравляю всех, кому было интересно, с выходом в дивизион легенд. Очень туда хотелось попасть. И это удалось достаточно быстро. Будем двигаться вперед. Всем спасибо за внимание. Играйте в ФК Мобайл. До встречи на наших трансляциях. Всем пока.